Вот так едят интеллигентные мишки, да? Держат лапочками и едят. Причем по чуть-чуть. Скажи, зачем в рот сразу все запихивать? Палочку выплюнуть надо, правильно. А следующее. Кушай, кушай. Кушай. Вон там хулиганит, львята, да? Как кричат. Сейчас всех раздраконят. Кушай, кушай. Тявкалки. Ой, выплевывает что-то. Попала. Косточку вон на лапите косточка лежит. Ой, это палочка лежит. Выплевывает. Лицо такое что сделает. Ну вот тоже вот ящик съедает. Она поменьше чуть-чуть. Но она и размером в два раза меньше, чем лапушка. Вот. Но вот она коробку не съест. Кабачки уже все отложила. Он не, один даже не доел. Ты лучше сладкое, да? Яблоки сладкие. Желтые такие, хорошие яблоки. Почему говорю сладкие, потому что руками бросаешь, все руки как в сиропе такие, липкие. Гималайские медведи, они все-таки, вот у них шерсть немножко другая. Если видно, не знаю, на видео, она прямо такая переливается, такая, прям как серебром покрыта. Более мелкая. Что, кабачок даешь? Вот, вот сейчас, говорит, кабачок. То есть яблоки все, говорит, надоели. Будем кабачок кушать, да? Кушай, Мороз, кушай. А, маску. Ну, как Машка, да. Вот маску надо кабачком сделать. Да. Без маски куда? Девчонкам без маски никак, да, вот. Видите, как это? Об кабачок трется. Моськой трется, да? Ладно, кушай.